пожалуйста. Они работают. Джанара Гатуза. Sometimes good, sometimes shit. Вот смотришь, вот это, да? А как по-другому можно было? Привет. Что, погнали? Давай ты первый, тебя будет снимать, а я знаю. О, блин, ну тут прикольно, я тут хотя бы немного шарю, что тут рядом есть. Что рядом? Блин, это самый первый у вас. Ну, отлично. Зиму самое лучшее место. Знаешь, и, короче, блин, так рад, что вы куда-то выехали. Кроссовки сразу достал. Так. Есть или нет? Да, там можно. Мне кажется, там просто еще не раз не сели. А, сейчас. Мне кажется, весело будет. Втроем. То есть все компы одинаковые, я, кстати, не спросил. Mm-hmm. Может, опять же будет. Ну, план тут крутые. Типа только мы там положим? Да, я. Ну, тут все другие. Да. О, блин, ну тут вот эта поддержка такая. А там вот такого раз нет? Нет. Там так не чувствуется. Я не знаю, ну смотри, еще есть офисные кресла. Хочешь потестить? Давай. Че, офисные кресла можно? А? Нет, да нет. Типа. Я лучше на обычном. Ну, на одно похер, короче. Просто мне кажется, Никель, это точно вот эта хуйня, ну, он ему не по размеру там. Спасибо. Здорово. Привет. Привет. Можешь Моник взять? Я просто не знаю. Смотри, чью за коробку не сядь? Это я свой мерч привез. Спортивный? Да. А что, не надо, что ли? А? А, то тебе спортивный. А где Моник? В машине? Да, в машине. Здорово. Здорово. Привет, привет. Благодарю. О, какие люди. Здорово. Так, нет, подожди. У меня комната наверху? Да, да, выбирай какое место. А я сумку свою. А, не, да. Подожди, а почему там... Леха там спит? Потому что... А здесь что, как бы, я не понимаю. Ну тут что, не такие плотные, понимаешь? Не, завязывай, короче. Тренер вдвоем, что я понял. Митяй, тебе придется наступить, ты сам понимаешь. Я не понимаю разницы вот в этой комнате. И вот в этой комнате. Может, я что-то реально не понимаю? О, это вот комната более темная, блин. А ты не понимаешь, что ты можешь выступать? Чего? Ну, ты храпишь? Ну, тогда. Подожди, у нас три комнаты, да? Да, вот еще третья. Блин, все игрокам. Все игрокам. Зло. А там с игроками нет музыки? А? С игроками нет музыки? С игроками. Блин, Никей, ну ты все равно там не сможешь сидеть во время работать. Понятно, но не ехать. Нет, там есть место, там что, можно поставить? Ну, вообще, кстати, конечно, я думаю. Привыкаю к тому, что на МВ они будут сидеть вот так. Я предлагаю, да, как? Так, ну, логично, логично. Короче, просто, вот фильм хороший, мы нравимся. Ты кофе видел, ребята? Да, единственный. Большое, всего доброго. Привет, Тик. Здорово. Сколько не видели. Здорово! Здорово, мэн. Здорово, чувак, блин! Нет, все нормально. А как будем сидеть? Смотрите, как хотите, садитесь. О, да, вот. У тебя что-то еще будет? Здорово. Здорово. А, блядь! Ну, там будешь этот, использовать с телефоном. Здорово, студент. Посидеть и поздравлять. Здорово. Я с вами приеду. А, ну, похуй, все равно.
Что происходит? Убери монитор. Как, еще программист какой-то? Все, не снимай. Ну выкинь его. Мышки. Я знаю, да. Сценарий. Я, блядь, показываю. Ты видел вообще? Стоп, блядь, я хочу его забыть. Я тебе покажу. Обычно я ничего не нажимаю. Давай посмотрим, блядь. Ничего не нажимаю. Смотри. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up and check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings, да может влияние камеры? I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust up your motherfucking chest. I'm getting gutter, my floating like butter, my checking them bank. They see the number. All of my haters feel one or two ways. Really upset that they show some respect. I can even. Такое чувство, как будто что-то тут надо будет ключ потыкать. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my success has only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. ТЦ есть большой, да? Там окей. Там ТЦ где-то 10 минут. Да-да. Мы с Митяем будем платить, кажется. А, ты с нами можешь? Нет, он не парит. У нас будет просто утренние пробежки. Ну, не пробежки, а прогулки. Только здесь помогал, здесь нету. Ты с кем-то предъявил, не знал. Какие предъявы? Слушай, давай больше позитива. А всем что мало приятно? Я чего сидите, будем подключить, все расстроились. Молодец. Да? Что ты, мы кого можем ждать? Чуть сынгол очень шутить, пока он там первый был сейчас послушать. Ну все, это конечно. Бист должен был жить с Досей. Кто не хотел жить с Досей? Я что-то пропоминал, вот джетлаг, я такой с утра завтрак, приходит бист, у него глаза красные, говорит, сука, ненавижу, блин, как вообще типа с ним спать? Зачем мы приехали? Он пошел в этот в магаз, купил себе 5 литров вина, для того, чтобы перед сном набухиваться и слышать Досю. Поставил Богу, но не уйти, тебе уже с Пента.
два. Могут выкрутиться. Как? Ну, точно. Пока 15-13. Просто знаешь, Энтропик давно вышли на международный уровень. Это супер команда, которая стабильна и не обыгрывается. Да, они играют много, да, они разнообразие вышкаливают. Но могут. Трэн, видишь, вот Лаки, он стоит здесь, как бы Трампыник не стоит, а Бокс стоял в позиции. Первый пошел. Бокс тоже погибает, это минус бокс. Уже что-то затащил. Хотя здесь 10 секунд, и надо просто будет агрессировать, давить, а третий точно не полезет, даже если. Великий футболист. Надеюсь, будет очень хороший тренер. Дженаро Гатуза. Sometimes good, sometimes shit. Смотришь, наверное, да? Сторону дальше. Так, и мы Петратора пересекали, и Авик этот не сработал. И что-то произошло, дисбаланс. В итоге два шанса имел, чтобы убить агрессора. Не получается, Кран берет его, а потом еще просто на лолипопа залетается. Ну посмотрим, посмотрим, какой класс выберут. В принципе, у них есть небольшой гостякам по счету. Поэтому горячиться, да, догонять чем-то усилять, наверное. И первый минус залетает, и там Кран должен быть Кран. Убил только от него, лолипоп на разделе сыграл. Форестер тоже там через лоб. Нет, пускай, мы хотели этого лолипопа. Да потому что, типа, я даю молик глубокий, я не успеваю его кинуть. Я понял. А до этого я... ты кидал? А до этого я кидал в том первом раунде, я даю хай-эвент, и краду убили, и я такой, бля. Типа, ну, я просто понял. Ты, типа, опять кинки, да? Рам могли выйти. Я не сказал, что вот это моя.